Уважаемые друзья, мы не проводили второй тур набора. Когда проведем? Сейчас или позже? Чуть позже, да? Чуть позже. Хорошо. Значит, те, кто желает, 6 человек, пожалуйста, накопитесь. Только я вас умоляю, не создавайте давки. Сейчас мы споем очень сложную песню, которую, в общем, играли всего-то раз 10 в жизни. Дело в том, что для исполнения этой песни нужен один, как бы, вокалист с волочным характером, собственно говоря, поэтому меня пригласили сюда. Я думаю, что я достану всю свою сволочность. Нет, на самом деле, понимаешь, Вадюш, все-таки песня-то не о твоем сволочном характере. Нет, я говорю, что для исполнения песни нужен один сволочный. Ну, как минимум несколько нужно. То есть, и вообще эта песня, она как бы ставит точки над «и», да? Она объясняет все-таки, кто чем занимается в составе, да? Кто, так сказать, работает, а я... И поэтому я считаю, что сейчас секундочку, да, сейчас трогай, пожалуйста, все что угодно, только чуть-чуть попозже, после того, как мы допоем эту вещь. Я считаю, что сегодня мы вполне заслужили. Показать, в чем, собственно, героизм нашего существования, как мы просуществовали 15 лет, кто, собственно, привел к этому победе. Сейчас вам песни немножечко помогут, ну, в меру своего таланта, в меру своего умения. Сейчас мы сыграем для вас эту песню, которую я написал специально. Песня называется «Последние деньги проекта».
мальчу. Паша, уходи, смотри. Сереж, видел, а? Уходи. Паша, давай не снимем. Хорошо, сейчас. Ставь на место свое. Я уходи. На 3-4. И объясни вам это, да? 3-4, да? Готов? Готов на 3-4, да? 3-4. Леша, дорогой, да ты же нас обидел. А как надурали нам видеть? Типа ты один такой страдалец, а мы бог, а мы все бог не дышим. Thank you.
ходит твой ангел, не ведет нас он.